Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем и начинаем второй урок нашего курса «Анализ данных». Обычно первые 5-10 минут занимает повторение. У этого две цели. Во-первых, первая цель – это повторить то, что мы учили на прошлой неделе. Это важно, это помогает закреплять материал. И во-вторых, те, кто по каким-то причинам чуть-чуть опоздали, смогут не пропустить основной материал. Поэтому давайте начнем с повторения. Что же мы видели на прошлом занятии? Мы видели достаточно немало. Мы начали с того, что сказали, что сегодня наш век, это век, можно сказать, век анализа данных, век данных или век больших данных. Да, это уже следующий слайд. Данные производятся с большой скоростью, скорость производства новых данных увеличивается экспоненциально. Сегодняшний девиз большинства ученых и компаний, и даже обычных людей, это собирать данные. Чем больше данных, тем, в принципе, лучше. Возможно, мы когда-нибудь сможем из них что-то извлечь. Но проблема пока еще стоит в том, что не так много людей, которые, в принципе, могут говорить с данными. Сегодня данные есть, но не хватает специалистов по работе с данными. Итак, что же такое наука о данных? Одно из определений, которое мы дали, это следующее. Это и наука, но также и искусство, то есть это удивительная вещь, наука данных, потому что она включает в себя также элемент искусства, интуиции, о том, как с помощью данных строить модели, которые в итоге позволят нам принимать лучшие решения, получать больше прибыли, спасать больше человеческих жизней, даже побеждать на войне или нести меньший ущерб. Данные помогают нам. Наука о данных достаточно интересная наука, потому что это не какая-то одна поддисциплина в более общей дисциплине. Например, статистику можно рассмотреть как область математики. Наука о данных, она содержит в себе элементы из разного вида наук. Во-первых, это программирование или более общая информатика. Во-вторых, это математика или более частная статистика. И в-третьих, специалист по данным, как правило, владеет какой-то дополнительным опытом из какой-то другой области, будь то экономика, химия, психология. Вот эти вот три больших, скажем так, окружности дают в пересечении, в неком своем объединении специалиста по работе с данными. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, это более сложно, потому что надо уметь разбираться в какой-то степени в каждой из областей. И то, что, о чем мы говорили с вами на прошлом уроке, сегодня, благодаря развитию технологий и программного обеспечения алгоритмов, вхождение в эту область стало несколько проще, чем это было раньше. Из математики и статистики для первичного анализа данных можно взять самые-самые основы. Из программирования можно вообще отказаться на первом этапе от написания кода и воспользоваться графическим написанием кода. То, что нам позволяет сделать Orange. Благодаря этим достижениям сегодня анализ данных можно преподавать в принципе школьникам, и студентам нетехнических специальностей, да в принципе всем тем, кто хочет его изучать. И это одна из причин, почему мы сегодня с вами тут. Как я вам уже говорил, раньше бы этот курс, если бы мы его проводили, его бы пришлось проводить на языке программирования. И тогда бы те из вас, кто не умеет программировать, просто бы отсеялись. Или бы им пришлось учить программирование в процессе курса, и это сразу бы стало намного-намного сложнее. Сегодня, кстати, к нашему, как сказать, удовольствию этого мы избежали. Пирамида потребностей специалиста по анализу данных. Это вымышленная, конечно же, пирамида, в которой изображены различные этапы, с помощью которых можно осваивать изучение данных, анализ данных. Самое простое в основании пирамиды – это Orange. Если хотите, Orange – это велосипед. Велосипед в мире освоения анализа данных. Несмотря на то, что эта программа достаточно простая и доступная, она, тем не менее, не такая уж слабая. Очень много моделей машинного обучения, искусственного интеллекта в нее включены, и можно ими пользоваться. От простой модели, которую, может быть, многие из вас слышали, линейная регрессия,
до таких моделей, как глубокие нейронные сети. Они содержатся в Orange. Те из вас, кто после курса захочет продолжать, я надеюсь, такие студенты будут, могут изучить более сильную, продвинутую программу Nine, а те, кто захотят подняться выше, могут изучить язык программирования, который поможет в освоении данных. Python или R. И, конечно же, можно на этом не останавливаться и изучить статистику намного больше, чем мы изучим ее в рамках курса. То есть к чему стремиться. Я рассказал вам на прошлом уроке, как устанавливать Orange, и надеюсь, что вы его установили. Если у кого-то возникли проблемы с Orange, пожалуйста, в конце урока, после того, как мы остановим запись, обратитесь ко мне. Или потом пришлите мне e-mail. Мы видели один пример программы на Orange, диаграммы на Orange, которая позволяет нам считывать e-mail'ы и построить модель, которая потом учится и умеет предсказывать полученные не e-mail, а SMS-сообщения, является ли полученное SMS-сообщение спамом или не является. Так это выглядит на Orange. Мы с вами видели три примера успешного использования анализа данных. Первый пример – это компьютер Watson, компьютер фирмы IBM, который одержал победу над людьми, выиграв достаточно непростую, можно сказать, сложную игру. Магия Ватсона состояла в следующем. Компьютер получил большое количество информации из журналов, газет, Википедии, интернета, используя хитрые, достаточно сложные алгоритмы обработки текстовой информации и большие вычислительные мощности. Мы получили компьютер, который смог победить в игре лучших игроков. Второй пример, который мы видели, сайт знакомств и гармонии, успешный сайт, популярный в Америке. Благодаря анализу данных о пользователях, благодаря анкетам, которые пользователи заполняют при регистрации на сайт, и использованию алгоритмов оптимизации и различных алгоритмов для машинного обучения, в том числе регрессии, сайт подбирает лучшего кандидата или несколько подходящих кандидатов для отношений. И как на выходе мы имеем счастливые пары, по крайней мере, часть пар счастлива. Третий случай использования машинного обучения, который мы с вами видели, это случай, когда машина обучения не применялась. И, к сожалению, произошла катастрофа. Мы с вами видели, что если бы данные о предыдущих полетах Challenger были проанализированы должным образом, достаточно простым образом, то можно было бы прийти к выводу, что вероятность катастрофы очень высокая при такой температуре. И не стоит совершать полет, стоит его отменить. Мы с вами сами построим вот эту модель, которая обведена тут. В данном случае анализ данных должный отсутствовал, и произошла катастрофа. Последний пример. Я попросил многих из вас, я понял из ваших домашних, что большая часть из вас посмотрела этот фильм. Это фильм «Moneyball» о том, как использование анализа данных помогло в спорте. Вкратце я скажу для тех, кто еще не посмотрел, для тех, кто посмотрел. Идея состояла в следующем. Статистик, которого наняла бейсбольная команда, проанализировал большое количество записей об игроках и попытался отследить хороших игроков, но которые получали маленькую зарплату, меньшую зарплату, чем им полагалось. Как только эти игроки были отслежены, команда их наняла. Их было не так трудно нанять, потому что им платили меньше, чем им полагалось, так они дали им больше. И в результате команда стала играть намного лучше. Сегодня в большинстве команд, в элитных командах, в известных командах присутствуют статистики. Например, вот в нашем университете, в Хайском университете, 2 года назад висело объявление, что баскетбольная команда Хайфы ищет специалиста по анализу данных для команды. Но там была проблема, они не могли оплачивать это дело, они предлагали работать бесплатно, предлагали билеты на баскетбол. Ну, не знаю, может быть, кого-то они нашли или нет, не знаю, чем закончилась история. Хорошо. И последний мотивационный пример, который мы видели, это коронавирус. Данные доступны на множестве сайтов. Один из сайтов – это сайт университета Джона Хопкинса. Он содержит данные по странам о количестве заразившихся, о количестве умерших, о количестве выздоровших. И мы видели с вами, что эти данные достаточно легко можно открыть в Orange, наложить их на карту и заняться анализом. Какой анализ можно делать, про это мы еще не говорили. У нас будет отдельный урок, как Orange может помочь в анализе данных коронавируса. Последнее, о чем мы говорили на прошлом уроке, данные.
Анализ данных строится вокруг данных. Нельзя приступать к работе с анализом данных, если вы не видели данные, если вы не знаете, с какими данными вам предстоит работать. Более того, волшебства никакого нет. Если вам дадут очень-очень плохие данные, мусорные данные, практически никакой самый супер-пупер-дупер алгоритм не поможет найти в них смысл. Бывают исключения, но в целом плохие данные – это плохой результат. Поэтому это очень важно. Мы поговорили о том, как представляются данные, и мы увидели, что существует множество видов данных. Самый простой тип данных – это табличные данные, формат ABT. Это самый лучший наш друг. Данные в виде таблицы, каждая строчка соответствует одному объекту, а каждый столбец соответствует значениям некоторого параметра, семейный статус, на уровень налогов и так далее. Как вы видите тут. Это самый распространенный, самый удобный формат данных. Но мы видели, что существуют данные в другом формате. Текстовые данные, картинки, покупки, географические данные на карте. Существует множество видов данных. Как с ними работают, это мы увидим в процессе в рамках нашего курса. Мы закончили знакомством с Orange. Я показал вам, как он выглядит, когда вы его только запустили. Мы использовали модуль «File», чтобы загрузить данные, модуль «Data Table», чтобы посмотреть на данные в виде таблицы, и модуль «Scatterplot» вы использовали в домашней работе, чтобы посмотреть на графическое представление данных. Прежде чем мы закончим повторение, я хочу вернуться ко второму слайду, который содержит административную информацию. Занятия у нас постоянные, по субботам с 8 до 10, только если что-то произойдет непредвиденное по московскому времени. Ссылку вы все получили, потому что вы тут, иначе вы тут не могли быть. Мы используем одну и ту же ссылку для всех уроков, поэтому сохраните ее, не теряйте. Запись большинства лекций доступна на YouTube. Это средство для общения. Есть форум, есть Telegram, есть Facebook. Выбирайте то, что вам удобнее, с их помощью мы можем общаться. Вопрос удобнее задавать на форуме или в группах. Если какой-то вопрос личный, про себя, про вас конкретно, вы можете задать его по e-mail. Вот, в принципе, и все, что касается повторения. Есть ли вопросы по повторению? Если вопросов нет, можете использовать reaction, показывать так. Reaction – это значит все понятно, вопросов нет. Если вопросы есть, можете написать. Понятно? Я вижу, вот уже ответил кто-то. Хорошо. Хорошо. Вопросы. Если вопросы не потому, что было сейчас, можете задать их потом. Вероника спросила вопрос, будет ли курс по найму Python. Смотрите, мы вначале закончим этот курс. Если будут желающие, будет время, будут возможности, то да. То ответ да. Моя цель, мы про это, может быть, говорили, может быть, я вскользь лишь упоминал. Моя цель и мой успех состоит в том, что вы будете применять полученные знания на практике, в жизни или в работе. Например, на предыдущем курсе там были, правда, профессора, но профессора, которые не имеют отношения к анализу данных. И они уже используют этот курс для своих расследований. Я кому-то из вас уже рассказывал. Один профессор анализирует, на какой цветок, какие пчелы прилетают, предсказывает это с помощью анализа данных. Моя цель, чтобы вы тоже подумали и стали использовать анализ данных или захотели изучать его дальше. Это для меня, я буду считать, успех. Но как точно будет, будет ли R или Python потом, в следующем курсе, если получится, то будет. Хорошо? Давайте перейдем ко второй части, к следующей части нашего курса.